Как в Пиги получить скин Лауры? Для этого заходите в пещеру. В пещере вам нужно найти глаз и нажать на нем. Он находится вот здесь, так сказать, на сейфе. Нажимаете на этот глаз, и теперь вам нужно найти 6 предметов. Первый находится в конце моста. Вот здесь наклоняйтесь и подбираете. Второй находится в казарме около кровати. Подходите сюда и нажимаете. Третий предмет находится в бараке возле кровати. Подходите сюда, нажимаете и забираете. Четвертый предмет находится около спавна Пиги за синим контейнером. Ну и следующий предмет у нас находится в этом бараке. Голова Мишки. Последний, шестой предмет находится за синим бараком на снегу. Как только вы его подберете, вы услышите звук. После этого у вас появится вот здесь вот Мишка в синем бараке. Теперь осталось только, чтобы солдат к нему подошел. Как только он это сделает, вы заберете скин. Ура!